Підсумки тижня, військові підсумки тижня на телеканалі «Репортер». Віталій Хемій, головний редактор телеканалу «Репортер», військовий експерт Юліан Аксьонов, радий бачити. Юліане, всі ми розуміємо, що цей тиждень, не дивлячись на те, що в Одесі було неспокійно, в області було неспокійно, над будинком літали ракети, дещо збивали наші протиповітряні оборони, мої вдячні. Але головні дві події тижня, як на мене, це, по-перше, відбувалося в Сполучених Штатах Америки ухвалення нормативно-правового акту про аналог ленд-лізу і засідання міністрів оборони на базі Раймштайн в Німеччині. На думку експертів, ці дві події можуть внести суттєвий прилам, суттєву зміну в ситуації на полі бою. Що ти думаешь с этого приводу? Да, приветствую тебя и наших зрителей. Начнем с Раймштайна. Собралось 40 министров обороны или же представителей Министерства обороны 40 стран. Это больше, чем в НАТО. Конечно, по понятным причинам мы многого не знаем. Наши дипломаты озвучивают несколько размытые формулировки, но, скорее всего, как кажется мне, речь шла о том, что вот именно эти 40 стран изъявили прямое желание помогать. И чтобы эта помощь была упорядоченной, она была четко сформулирована и расписана, нужна была вот такая встреча. Потому что кто-то может дать бронежилеты, кто-то может дать берцы, а кто-то может дать танки и пушки. И более того, и берцы, и пушки с танками должны быть как-то максимально унифицированы в том отношении, чтобы мы максимально быстро их могли использовать. И значит, нужно стремиться к тому, о чем я раньше говорил, унификации максимально возможной. Понятное дело, что сейчас нам нужно все и сразу, и, как говорится, перебирать не приходится. Но, тем не менее, вопрос взаимозаменяемости экипажа, запчастей и всего остального касательно ремонта, он достаточно важен. И мне кажется, что вот эти вот 40 стран, теперь сопоставив списки того, что они могут, подают это в специально созданный орган, не помню, как он называется, о чем говорил наш министр обороны Алексей Резников, и там уже эта помощь распределяется и понимают, а нужна ли она вообще, потому что сейчас, да, сейчас уже тот этап, когда какая-то страна может изъявить желание, но мы можем сказать, что а у нас профицит вот этих вот средств или ну, все, что могут предложить, может, оно уже у нас есть, может, оно у нас не актуально. И вот поэтому нужно, как говорится, единое окошко, чтобы туда постучали, спросили, можем вот это вот поставить, нужно или нет. А там сказали, да или нет. Теперь переходим к ленд-лизу. Да, само название ленд-лиз невольно нас отсылает к аналогичному понятию времен Второй мировой войны. Но значит ли это, что сегодняшний ленд-лиз будет функционировать по тем же механизмам, я не знаю и не уверен. Я напомню, что ленд-лиз Второй мировой войны – это, грубо говоря, были поставки техники, различных средств, запчастей и даже продовольствия по следующей схеме. Все, что будет утеряно в бою, не оплачивается. Все, что к концу войны окажется целым или частично целым, оно будет оплачено различными средствами и способами. И Советский Союз по политическим причинам так и не смог расплатиться, и сделал это сегодняшний наш враг. Расплатился, если не ошибаюсь, в 2006 или 2007 году с очень большим перерывом между платежами. Но не в этом суть. Мне кажется, что учитывая нашу обстановку и наши способности, мне как минимум хотелось бы так,
Возможно, эта техника будет нам поставлена, грубо говоря, бесплатно. Но потому что, опять же, технику мы должны были вернуть, по идее, если опираться на ленд-лиз или оплатить. Но все мы понимаем, что наша экономика с 24 числа только падает, ее поддерживают наши партнеры западные. И еще дополнительно грузить нас кредитами, выплатами за эту технику, я не думаю. Скорее всего, здесь будет такая же схема, по которой Америка вооружала и строила заново вооруженные силы Ирака и Афганистана, когда наши политики, наши громадские деячи говорили, а вот эти страны получают технической, прямой технической помощи от США на 15 миллиардов долларов в год, а мы всего лишь на максимум полтора или даже 750 миллионов, вот такие вот у нас были раньше, 3 по 250 нам выделяли в год. То, скорее всего, здесь будет же что-то, мне кажется, что-то посередине, либо то вот, что хочется нам всем. Нам поставят технику, и, возможно же, что-то там мы будем платить за ее обслуживание, возможно, за покупку каких-то запчастей, но полностью оплачивать ее стоимость, я думаю, что нет. Ну, мне кажется, что обговариваются такие варианты, еще раз повторюсь, учитывая, что после войны наша платежеспособность будет, мягко говоря, неудовлетворительной. Тим не менш, це важливі заходи, ми розуміємо, і ти підтвердив мою думку, ну і взагалі експерти не тільки в Україні, а в інших країнах також говорять як про ці події, як про історичні події. І нагадують, що перші тижні, ну, страни, наші партнери, страни Заходу, вони якось ну, нерішуче підтримували Україну, деякі з них навіть чекали, що Київ і наша країна дуже швидко будуть переможені в цій війні. І лише зараз, коли вони зрозуміли, що політика, так би мовити, умиротворення агресора може бути небезпечною, і краще зупинити Путіна і його орків в нашій країні, ніж потім власними руками відбуватися по всій Європі і не тільки Європі. Да. Очень хорошо, что сдвиг вот этот ментальный и политический, культурный, какой угодно, произошел. И важно, что наши партнеры поняли, что одними гранатометами и касками с бронежилетами нам не помочь. Война активно переходит, уже давно, вернее, перешла в сражения больших механизированных подразделений, и здесь, конечно же, ну что такое противотанковый гранатомет? Ну, или то, даже хваленый джавелин? Не, безусловно, спасибо и за это. Но важно понимать, что когда дошло время, дошло до того, что мы начинаем использовать противотанковые средства, стало быть, наша артиллерия не смогла остановить. То есть сокращение дистанции. Я к чему это все веду? Потому что использовать противотанковые средства – это уже, скажем так, второй эшелон обороны. А мы говорим о том, что нам нужен первый, а нам нужен эффективный. Это средство поражения на дальних дистанциях, прежде всего артиллерия. И вот наконец-то это поняли. И могу сказать, что по нескольким отзывам военных помощь уже приходит и активно работает, и качеством ее удовлетворены, даже очень. Поэтому будем надеяться, что такой же сдвиг парадигмы произойдет и по другим направлениям, а очень хотелось бы противоракетной обороны, потому что, как я говорил, мы до конца войны будем находиться под угрозой ракетных ударов каждый день. Их нужно нивелировать, нужна противоракетная оборона. Да, наша ПВО действительно научилась, уже есть опыт, но
это не панацея, и что-то будет проскальзывать. И, к сожалению, это несет за собой разрушение и смерти. Вот поэтому нам нужно еще усиление в части противоракетной обороны, ну и, конечно же, авиации. Это очень важный момент, и очень будет интересно, что собой предполагает вот этот самый ленд-лиз. А можем ли мы рассчитывать на получение полноценной боевой авиации? И речь не только про истребители, здесь и фронтовые бомбардировщики, здесь и разведчики, и армейская авиация. Я имею в виду, на замену нашим Ми-24 хотелось бы получить другие ударные вертолеты, которые сейчас очень бы нужны на нескольких направлениях горячих и очень бы помогли нашей пехоте. Но, как говорится, вот не люблю эту фразу, но она здесь самая уместная, время покажет. Коли ми говоримо про гарячі такі місця ведення військових бойових дій, ми насамперед маємо на увазі схід нашої країни, схід України, і те, що під Харковом, і те, що в Маріуполі. Як ми можемо характеризувати ситуацію, ну яка там точилася, ну, останні кілька днів, ну, цей тиждень, останні квітневі тиждень? Да, прежде чем мы поговорим о Донбассе, о нем же свидетельствуют другие интересные факты, которые находятся возле него, скажем так, вокруг. Потому что с конца, скажем так, прошлой недели, и вот успех наметился в конце уже этой недели, мы активно подвигаем врага на Харьковском направлении, под контроль берутся селы, их немало, и что самое главное, эти села находятся возле Белгородской трассы. То есть мы постепенно перерезаем транспортные артерии, по которым идет снабжение этой группировки, которая нацелена на Харьков. И еще самый приятный момент – не знаю, насколько это работает во всех ли направлениях, это надо с харьковчанами говорить, но я, например, не встречал информации о том, что продолжаются огневые налеты ствольной артиллерии. Мы постепенно их отодвигаем, и дистанция для работы ствольной артиллерии по жилым районам Харькова исчезает. И опять же, тут же интересный момент, который говорит о том, что сейчас происходит на Донбассе. Вот те самые люди, которые сейчас попадают в плен, вот ты, наверное, заметил, наши телезрители, что опять начались видео с пленными, а хотя их давно не было, все просто потому, что начались контактные бои. В контактных боях как раз и происходят вот подобного рода эпизоды. Это мобилизованные жители ДНР, ЛНР, так называемых. То есть получается, что харьковское направление для российского командования не столь в приоритете, нежели Донбасс. И даже недавно были сообщения о том, что вслед за тем, когда неофюрер объявил о том, что Азовсталь штурмовать не нужно, и под эту дудочку, скажем так, отвели часть подразделений, так еще продолжается отвод сил и средств, которые отправляются на Донбасс. И у меня складывается впечатление, что Донбасс не просто цель номер один, а, возможно, мы наблюдаем за попыткой полностью, как и ранее называлось, выйти к административным границам Луганской и Донецкой областей и зафиксировать на этом победу. Возможно, после этого мы увидим массовый исход из других частей нашей Украины, как было под Киевом. Не знаю, это всего лишь моя догадка, но то, что Донбасс нужен и прямо за него идет бой всеми доступными средствами со стороны России, я имею в виду, еще раз говорит о том, что
взятие его к 9 мая не происходит. Люди очень сильно выбиваются, не люди, очень сильно выбиваются из графика и лютуют просто пуще прежнего. Но, опять же, Изюмское направление удерживается, Попасное, Рубежное до сих пор стоит. Значит, что об эти очаги обороны очень много зубов стачиваются. И вопрос, будут ли новые челюсти, извините уже за такие анатомические сравнения. Мобилизованный ДНР, ЛНР, как мы понимаем, ну так себе воины, дерутся кадровые военные, ну и по перехватам и они не понимают, за что, для чего, и у некоторых подразделений потери от 40 до 70%. Стало быть, когда мы слышим вот то, о чем я говорил, когда мы слышим, что какое-то село перешло под контроль России, ну давайте представим, что его штурмовало 100 человек, а взяло 30. И в чем смысл? Эти 30 человек должны идти дальше на другие уже подготовленные рубежи обороны. Их станет не 30, а 15 или 10. Какого-то активного пополнения живой силы не происходит. Я так понимаю, надежда на этот весенний призыв, но его опять же нужно как минимум месяц прогнать через элементарно курс молодого бойца, что тоже очень сильно проигрыш по времени. Да, противник учел многие тактические моменты, а именно короткие плечи подвоза. То есть они берутся под контроль и становятся намного короче, чем это было в первые недели войны. Мы активно пытаемся этому противодействовать, местами достаточно успешно. Мы видим, как рвутся склады, мы видим, как накрываются скопления автомобильной техники, которая предназначена для подвоза боеприпасов и ГСМ. Но говорить о каких-то прогнозах по Донбассу, конечно же, рано, но сейчас сбывается все то, что говорили люди в окопах, и эксперты многие называли, что это бесперспективно для российской армии, это просто бойня. Ну, собственно, это и происходит, и я понимаю, что здесь не военные решают, решают политики. Поэтому вот когда закончатся военные физически, тогда политики могут пересмотреть свое решение. А что же касается южного направления, это Херсонское и Николаевское, то там местами аналогичные процессы, как и в Харькове, мы их активно поджимаем. Уже в Херсонской области мы берем под контроль села, но и там еще есть у противника резервы, тот же Крым. Поэтому все пока очень неоднозначно. И самое главное, что мы выигрываем время, за которое к нам приходит помощь от союзников и люди, обученные с ней работать. Дякую за цю відповідь. Наскільки допомагають нашій армії, нашій країні ті надзвичайні події, які відбуваються за кордоном? Я маю на увазі дива в Білгородській області, в Брянську, тому що там якісь хлопки, а після цих хлопків такий чорний дим. Ну, я такий бачив, коли не обирають Папу Римського. А ось він є і в Брянську, і в Белгороді, і в інших регіонах. Наскільки це, ну, допомагає теж вигравати час, можливо? І не тільки час. Звісно ж, якщо ми подивимося на об'єкти, де масово продовжують відбуватися нарушения правил безопасности, ну, людей тоже можно понять, время непростое, нервы курят и делают это в не специально отведенных местах,
да и просто, может, из рук выпадают какие-то инструменты, что-то искрится. Можно же понять их. Да, и эти объекты достаточно важны стратегически. Именно на них возложено, судя по всему, как сообщает западная разведка, на них возложено снабжение тех группировок, которые заходят к нам от Харькова до Мариуполя, будем так говорить. И, как нам сообщают наши западные партнеры, после очередных хлопков снабжение вот этих вот групп батальона тактических очень сильно страдает. И на устранение вот этих возникших внезапно пробелов уходит, ну, минимум неделя. Так, це зрозуміло, це важливі об'єкти. Розібрався в цьому питанні, тому що дійсно мені потрібна була порада, щоб я зрозумів, що все-таки за об'єкти, як вони впливають на ход бойових дій. І ще я залишив питання, Юліане, ну, воно не зовсім таке військове, але ми не можемо заплющувати очі. Херсон, Запорізька область, Мелітополь, Бердянськ, інші міста, де повертають Володимира Ілліча Леніна на постамент, де ось-ось запрацюють там рублі в магазинах, де звідки, я маю на увазі Херсонщина, вивозять в Крим там овочеву базу, ті продукти харчування, які мали бути частиною ланцюга торгового, торгівельного, економічного України, але, на жаль, ось так відбувається. Я вже знаю, що в ці міста окуповані постачаються там ліки, продукти там з Криму, з інших неукраїнських міст. Я так розумію, що деокуповувати ці регіони нам прийдеться військовим шляхом. Чомусь я так це бачу. Ну, я не можу спокійно сприймати цю ситуацію, що так під боком у нас там, ну, не другий там Крим, а ДНР, ЛНР. І людей, я розумію, які не хочуть і не можуть голіруч йти там протидіяти якось там армії, але рано чи пізно і Запоріжжя, Запорізьку область, Запорізьку область і Херсонщину треба буде якось повертати. І чим скоріше, тим краще, тому що можемо втратити людей, які вже починають там сумніватися, чи не забула про нас Україна і таке інше. Я говорил с первого дня захвата Херсонской области и Херсона, что, да, как бы это цинично ни звучало, я прекрасно понимаю, что оставшимся там людям очень приходится тяжело. Но, если брать в глобальном аспекте, нам же все равно освобождать, что будет там какая-то народная республика, что ее не будет, нам все равно, як то кажуть, своє робить. А что касается политической составляющей, да, это такой экспресс-режим колонизации. Вот, когда толком оккупационной администрации нет, но показывать приход новой власти как-то надо. И, конечно же, почему бы временно не укрепить свою экономику переводом местного бизнеса на налоги во вражескую казну, да и просто банальным воровством, отжимом, рэкетом, как угодно, просто вот по факту захода на эти территории. Потому что, да, мы слышали же и сообщение о том, что вывозится урожай. Ну, варвары, что тут скажешь. Мы воюем с людьми, которые, опять же, называю их людьми. Так, не забываем еще. Ошибочно я это делаю. Мы воюем с потворами, которые рассматривают наши территории просто как возможность что-то урвать, украсть, как-то разбогатеть, пока не пришли забирать.
и пока ты еще жив. Вот что важно. Понимать, что и все российское войско все сейчас работает на вот эту вот цель. Они прекрасно понимают на уровне рядовых и младших командиров, что команды и приказы, спускаемые сверху, это бред, сулящий для них самоубийство. Поэтому, раз уж мы тут, так давайте хоть награды. Но кара постигнет каждого. Згоден повністю з тобою. Ну, і ще все ж таки запитаю, хоча ми минулого тижня обговорювали цю тематику, але на цьому тижні було шумно, неспокійно. Я маю на увазі так зване Придністров'я. Туди такі вже були приліти і привіти. Я так розумію, ну, на мій погляд, Російська Федерація просто втомилася вже годувати цей анклав протягом 30 років, тому що ми розуміли це, що 200% бюджету ПМР – це гроші російські. І ось коли вже стало так важко, коли вже почнуть скоро працювати санкції, годувати цей такий придаток. Причому там, я розумію, що там живуть люди, вони відрізняються від нас там своїм світоглядом політичним, але ж ніяк не вояки, не воїни. І ось їх Путін, його звірі, ці потвори намагаються кинути в жернова цієї війни. Що буде? Ну, ми розуміємо, що хто не втік, як то кажуть, ну, можемо тільки поспівчувати. Да, ну, Россия продолжает традиционно действовать топорно, лишь бы оправдаться в глазах своего населения. Обстрел здания МГБ, по некоторым данным, тогда был выходной, и в здании там может быть один охранник, ну, или какая-то дежурная смена, в общем, никто не пострадал. А подрыв радиомачт, которые ретранслировали то ли радио, то ли телевидение российское. Ну, в общем, правду несли. И тут же сразу, как это ни странно, как пишет учебник российский, а давайте-ка проведем всеобщую мобилизацию, потому что неспокойно становится. И тут интересный момент. Армия Приднестровья плюс вот тот контингент российских войск, который состоит из местных просто с российскими паспортами, сейчас, вот конкретно на данный момент, ну, это будет около 3000. Бригада полная по людям, но не полная по технике. И плюс мобилизованные. И тут самое важное. Армия – это бумажная, в том плане, что существует она только в планах мобилизации, которые еще нужно провести. И также на бумаге существует ее обеспечение и формой, и оружием, и техникой. То есть в каком состоянии это находится, непонятно. Хватит ли на всех, тоже неизвестно. Да, есть склады. Станция Колбасна, склады с 80-летней истории были созданы в конце 40-х годов для обеспечивания группы войск, которая шла Чехия, Словакия, Чехословакия, вернее, Словения, южная часть Польши, когда уже громили немецкую армию. А сейчас, да, и унаследовала ее 14-я армия, в 91-м году растворившаяся и ставшая вооруженными силами Приднестровья и миротворческими силами России. Сейчас на этих складах, по некоторым данным, чуть больше 20 тысяч тонн боеприпасов. Оружие, по некоторым данным, там есть, по другим нет, но в основном там только боеприпасы. От патронов, гранат до артиллерийских снарядов. Причем там есть достаточно уникальные снаряды,
152-миллиметровые для системы Гиацинт. Ну, может, кому-то будет интересно узнать, что несмотря на то, что у Акации и Гиацинт одинаковый калибр, но снаряды там разные. Так вот, Гиацинт считается достаточно дефицитным снарядом, и там есть, кажется, маркировка ОФ-14, то есть это снаряды повышенной мощности. Но самый интересный момент, а если, например, у того же Приднестровья Гиацинты? Большой вопрос, есть в каком состоянии? То есть таким образом, даже если проведут мобилизацию, соберут они условно 1008. А вопрос обеспеченности техникой открыт, особенно тяжелыми артиллерийскими системами, без которых гипотетическое наступление в сторону Одессы просто невозможно. И опять же вопрос логистики, обеспечения этих войск. И называется еще, конечно же, возможный вариант усиления этой группировки. Это путем переброски десантников и морской пехоты из Крыма, предположительно, 10 бордами Ил-76. Вопрос, а как они будут туда залетать? Им в любом случае нужно нарушать пространство, воздушное пространство Украины, особенно в южной части Одесской области. Примерный маршрут составить возможно. Поставить там наши посты ПВО, развернуть. Ну, допустим, они на каком-то страшно бреющем полете смогли преодолеть, хотя еще у нас остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. К примеру, перелетели они в аэродром Тирасполь, на аэродром Тирасполь, который готовили в течение 2 или 3 недель. Ну, до него, напоминаю, 15 километров прямой наводкой от крайней точки границы с непризнанным Приднестровьем. То есть это дистанция достаточно средняя даже для ствольной артиллерии. А если к тому времени, когда на это решатся наши враги, к нам подоспеет американская помощь, то вопрос накрытия этого аэродрома очень плотным артиллерийским огнем, включая те самые самолеты, которые туда приземлятся, ну, это вопрос техники, всего лишь техники. Поэтому, не знаю, планы у российского командования могут составлены быть ого-го, но, как мы видим, с 24 числа на украинской земле они имеют тенденцию не исполняться. Поэтому, как мне видится и всем остальным моим коллегам, скорее всего, эта группировка лучше всего подходит для задачи отвлечения резервов, которые мы могли бы использовать как на востоке, так и в случае возможного обострения в Херсонском и Николаевском направлении. Даже сам факт того, что в Приднестровье объявлена всеобщая мобилизация, заставляет наш генштаб при планировании различных операций, оборонных, контрнаступательных, учитывать и это, что в любой момент на этом направлении нужно будет выставить войска. Ясное дело, что боеспособность этого сборища, она вызывает очень много вопросов, но то, что они могут отвлечь как минимум на неделю-полторы наши войска, это да. Ну, вот, скорее всего, такой вариант. Даже еще называется, что вместе с выдвижением этой группировки в сторону Одессы российское командование планирует провести десантную операцию, даже воздушно-морскую десантную операцию, комбинированный такой способ, и тут лишь разнятся направления. Либо это будет южная часть нашей области, либо же это будет очаковское направление, в зависимости от того, кого хотят усилить.
Но в этой логике, становится понятно, а почему Россию заинтересовал мост. Мы все мост. Понимаем, о каком, Да, тот самый мост. И, скорее всего, возможно, таким образом хотят отрезать самый короткий путь для переброски наших войск в случае обострения ситуации на южном направлении на юге нашей области. Но все мы знаем, что есть и объездные пути. Да, возможно, потеря времени она будет, но она не будет настолько критична, чтобы наши войска, тем более все мы понимаем, что никакой внезапности у нашего противника уже давно нет, и все его планы появляются в интернете, и все мы думаем, да не, не будет, ну вот же, засветили. И потом оказывается, что точно так же, вообще не отклоняясь ни на йоту, происходит, то глупо предполагать, что наш генштаб не сможет вовремя перебросить туда нужные силы и средства. Но опять же повторюсь, вопрос только в том, что в таком, в противном случае, если бы этого не происходило, вот те самые заранее переброшенные силы и средства могли бы оказаться на Донбассе или на стыке Херсонской и Николаевской областей. Дякую, Юліане. Як завжди, все по ділу, все доступно, я сподіваюся, для нашої телевізійної аудиторії, тому що потрібно бути в матеріалі, потрібно розуміти, що відбувається, принаймні, ну, в регіоні нашому, так точно. Будемо сподіватися, що наступний тиждень, який розпочнеться у нас з 2 травня, з великої комендантської години, мотивоване рішення, я його цілком підтримую. Взагалі, твій експрес-прогноз на цей день, якщо можна. Ну, от ми бачимо оперативні відео, як відрабатують адреса людей, на яких возлагаються якісь задачі на 2 число. Я так понимаю, что все то, что мы видели 2 мая на Куликовом поле, оно будет происходить в несколько видоизмененном состоянии завтра, 1 числа. Не знаю, что сказать. Очень опасаюсь повторения субботы, нанесения ракетных ударов. Понятное дело, что нам опять, ну не нам, а тем, вернее, с той стороны людям расскажут, что исключительно военные объекты, и там вот лаборатории и так далее, весь этот бред. Но, к сожалению, мы видим, чем это оборачивается. И вот это самая реальная и самая опасная угроза 2 мая для Одессы. Как и в другие дни, додам я. Да. Життя покаже. Дякую, Юліане. Сил нам, терпіння пережити як мінімум наступний тиждень і до наступних зустрічей в ефірі репортера. Да, спасибо за приглашение і, пожалуйста, будьте дисципліновані, комендантський час на той комендантський час, щоб облегчити задачу нужним людям ловити тих, хто нашої побіди, м'яко говоря, не хоче. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием.